2019 год в плане борьбы с картелями ознаменовался, наверное, двумя трендами. Это цифровизация картелей и те инструменты, которые мы готовы использовать против цифровизации. Это наша презентация программы «Большой цифровой код». Она прошла успешную апробацию в Сколково и в Бразилии на заседании рабочей группы по картелям международной конкурентной сети, вызвала большой интерес во всем мире. И на самом деле вот эти алгоритмы уже работают. Я думаю, что дальше мы в 2020 году и в 2021, 2022 программу будем развивать. Обмен опытом показал, что мы называемся в мировом тренде. И здесь мы, наверное, одни из лучших в мире. И я думаю, что мы вот эти позиции будем не только сохранять, но и укреплять. А вторая тенденция – это начали работать нормы об уголовной ответственности за картели с трудом, поскольку нормы эти достаточно несовершенны и трудны для применения. Но тем не менее, 5 уголовных дел направлено в суд, 1 приговор за картель уже состоялся. Начали применяться нормы об уголовной ответственности и в отношении тех чиновников, которые, злоупотребляя своими должностными полномочиями, вступают в сговоры с участниками картелей. Здесь тоже есть достаточно серьезные приговоры. И задел для работы на 2020 год достаточно большой. И еще две серьезнейшие вещи. Это премьер-министр своим распоряжением утвердил межведомственную программу по противодействию картелям и иным антиконкурентным соглашениям. Программой поставлены, наверное, главные цели. Это поэтапное сокращение количества мелких дел, переориентация на крупные масштабные расследования. Это организация взаимодействия с правоохранительными органами. В общем-то, чем мы успешно занимаемся. Но впервые принята государственная программа по противодействию картелям в Российской Федерации. И итоги года показывают, что программа эта работает. А следующее – это правительство внесло в Государственную Думу серьезнейший пакет законов, направленных на более эффективное выявление и пресечение картелей, а также на ужесточение уголовной и административной ответственности за картели. Надеемся, что законопроект будет принят Думой в весеннюю сессию, и тогда будет, я бы не сказал, что, наверное, коренной перелом, но достаточно существенный перелом в противодействии вот этому злу, от которого страдает вся экономика и страдает вся страна в целом.